Казан-кебаб – одно из самых популярных блюд восточной кухни. Название блюда расшифровывается как «мясо, приготовленное в казане». Такая своеобразная альтернатива обыкновенному шашлыку. Блюдо имеет несколько вариантов приготовления. Один из самых вкусных – узбекский казан-кебаб с картофелем и бараниной. Сегодня расскажем, как приготовить это сытное и вкусное блюдо. Для приготовления узбекского казан-кебаба вам понадобится 1,5 килограмма баранины, 1 килограмм картофеля, 600 миллилитров растительного масла, 1 чайная ложка молотой зиры, кориандра и сладкой молотой паприки, половина чайной ложки молотого черного перца и 2 чайных ложки соли. В казан наливаем 600 мл растительного масла, доводим его до кипения. Опускаем в него очищенный картофель и кипятим 5 минут на сильном огне. Достаем картофель и в это же масло закладываем 1,5 кг баранины. Кипятим 5 минут. А пока мясо готовится, вспомним несколько занимательных фактов об узбекской кухне. Узбекская кухня окончательно сформировалась около 150 лет назад. Она взяла многое от персидско-таджикских традиций. Особенно ее азиатские корни заметны в таких блюдах, как лагман, манты и плов. Блюда достаточно жирны, готовятся преимущественно путем обжарки с использованием множества специй, зелени и курдючного сала. Характерной особенностью узбекской кухни является использование баранины, реже конины и говядины. А вот свинина в соответствии с мусульманскими традициями к употреблению запрещена. Достаем мясо, оставшееся масло сливаем, за исключением 6 столовых ложек, которые оставляем в казане. Кладем туда картофель, посыпаем сладкой паприкой и солью, а также выкладываем сверху мясо. Добавляем молотую зиру, кориандр, черный перец и соль. Накрываем крышкой и томим 1,5 часа на слабом огне. Красиво сервируем и посыпаем сверху луком и свежей зеленью. И наслаждаемся национальным узбекским блюдом. Приятного аппетита!